Всем привет, с вами снова Женек, и сегодня мы начнем прохождение новой игры Daylight, а точнее хоррор или инди-хоррор, не знаю. Но вроде игрушка полноценная, так что погнали потихонечку. Играем мы за девушку, которая в психической больнице, по-моему. Если не ошибаюсь. Так. Ну, понятно, в принципе, погнали. Ой. Good, you were right. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? Где я? Так, какой-то... It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Сосредоточься на выживании, используй эту... Ну, аппарат. Sarah, no matter where you go, there you are. Так, блин, навигация или что это? А, ну это мы видим, в принципе, и так. На экране. Так. Так. Ладно. Use the light to find the answers. It will tell you where to look. Угу. Ну так-то получше. Ой, блядь. Так-то получше будет немножко. Фонарики нашли мы. Так, ну с английским у меня беда, вы же знаете. Насколько вы знаете, с английским беда, в принципе, на паузе можете перевести. Ну, описывалось там что-то насчет этой психиатрической больницы, про пациента, видимо, какого-то. Ой-ой-ой, все нормально. Все нормально. Нахуй. Тихо. Oh my God, what was that sound? Так. Нестандартная ситуация. Все три двери у нас открываются. Давай налево сначала пойдем, наверное. Тут у нас стол. О, как, даже флайеры есть у нас, да? Ладно. Ну, зеленый цвет как-то в душе мне больше, на самом деле, будет. Так, знаете, я уже что-то немножко запутался, блядь. Дверей очень много. Хоть здесь запечатано. Тихо. Тихо. Туда мы пока не пойдем, да, сюда. Да, вот так получше. Прямо, да, наверное, ну, в принципе, не суть. Господи, эти психушки, это просто пипец какой-то. Да закройся ты, ёптынь. Ну, а здесь нет ничего, в принципе. Ванная комната. Но этого света, в принципе, пока достаточно, я думаю, будет. Да, жутко. Жутко. Так, подожди, давай карту откроем. Так,
что? Здесь еще проход какой-то. Туалет. Замечательно. Просто великолепно. Ну, вроде здесь ничего нету, так что уходим скорее отсюда. Бежим назад. Как интересно. Сначала записки было подписано то, что нам Адам писал, а в конце записки нам обозначили как Георг. Ладно. Так, еще один туалет, что ли? Здесь тоже вроде ничего нет. Ладно. Погнали. Дальше. О, господи, блядь! Закрой нахуй эту, блядь. Уёбываем. Бежим, 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 бежим. Еще дверь. Ух ты. Ничего себе. Чё за комната? Надеюсь, это не карта этого здания. Ну, что-то нам даже здесь делать ничего нельзя, что ли. Получается. Ладно. Погнали дальше. Так, а куда дальше? Ну, пойдем теперь, наверное, направо, да? Там. Пойдем сюда. Думаю, что пойдем прямо тогда. О, my God, what was that sound? О, господи, что это за звук? Ну, я... Окей. Сам пока не понимаю вообще, что за звуки, блядь. Так, это что такое? Билли! Опять подписан Георг. Ладно. Ладно. Еще нашли. Фонарик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как все запущено. Ну, это нас не пугает. Вот это уже понятно. А нам туда идти, да? Весело. Еще и музыка затихла. Ладно. Да, конечно, мы сюда и пойдем. Тихо. Блять, да ладно нахуй. Что за фигня? Говорит она, блядь. Что как-то мы бродим, бродим. Еще записка. Ладно. Там еще записка. Звуки. А, ну, да. Давай сюда пойдем. Я вижу это. Блин, не успел. Не успел я. Блять! Закрой нахуй! О, господи.
Ладно. А, ну нам туда и надо. О, господи, 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 блядь. Тут ничего нету, да? Господи, говорит, нужен ключ. Какой ключ? Ты чё, опухла, мать? Ты нахер ключ? Пипец вообще. Пойдем теперь туда прямо сходим. Не знаю, найду я выход. Ну, вроде я примерно помню, как бежать. Anybody there? Что? Или не помню, блин. Такие немалые палаты здесь. Ну и, по крайней мере, в них ничего нету. Блять, такая музыка, это не музыка, а больше. Взять мы ее тоже не можем. Так, хорошо. Где нам взять ключ? Где нам взять ключ, мы, пожалуй, узнаем в следующей серии. В принципе, для первой серии, я думаю, вполне достаточно. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был Женек. Всего доброго. До встречи.